Огромное количество граждан России перемещаются по нашей необъятной родине в плацкартных вагонах РЖД. И многие наверняка задавали себе часто следующий вопрос. А имеют ли право пассажиры, купившие билет на верхнюю полку, свободно находиться на нижней полке? На днях компания РЖД поставила точку в данном вопросе. В ответ на официальный запрос с просьбой разъяснить правила поведения пассажиров в данной ситуации, компании заявили, что люди с верхних полок могут сидеть на нижних только с разрешения пассажиров снизу. При этом в РЖД отметили, что проезд на неоплаченных местах недопустим. И приобретая билет на верхнюю полку, пассажир выражает свое согласие на условия проезда в поезде согласно купленному месту, то есть на верхней полке. Более того, представители РЖД заявили, что они оставляют право на размещение багажа на нижней полке лишь за пассажиром, купившим на нее билет. Что ж, остается лишь попросить пассажиров снизу не злоупотреблять своим положением и давать соседям сверху хотя бы покушать за столом.